Хорошо математикам, всегда им завидую. Математики живут в совершенно виртуальном мире. В мире тех правил, которые составили сами люди. Так? И в этом мире, если правила составлены грамотно и подобраны в хорошую систему, то не может быть вариантов решения. Вот задача. Варианты когда появляются? Ну, в вероятностных задачках. Да, да, конечно. Но там свои правила. Опять же, решение. Хорошо, берем естественные науки, особенно науки, связанные с жизнью. Как по-вашему, в биологии хоть один закон, хоть одно правило, из которого бы не было исключений? Известно или неизвестно? Нет таких законов и правил. То, чему вас учат в школе, конечно, чудесно и абсолютно необходимо и так далее. Но если покопаться на серьезном уровне, из всех, без исключения биологических законов, разумеется, есть свои исключения. Кто понимает почему? Коммутация есть свои закономерности, которые за последние лет 30-25 уж так отшпулили. Правда, там, конечно, разумеется, как всегда, осталось больше непонятного, чем понятного. Так в чем причина? Почему не бывает в биологии правил без исключений? Да? Все животные не идентичны друг другу. Ребят, дело в том, что любой живой объект – это бесконечно сложная система. Степень сложности живого объекта абсолютно несоизмерима со степенью сложности тех задач, которые решают химики, которые решают физики. Лапа физикам, у них при их относительно, я ничего не хочу сказать, раньше никакой не ругательства, так вот не воспринимайте. Биологические объекты слишком сложны, и мы пока про них знаем слишком мало. Поэтому и получается, что, вот кажется, поймали закономерность, а нет. Вот в этом случае выход в другую сторону, и в этом другую, и в этом. Слишком сложно устроено, поэтому биология, конечно, всегда работает с упрощенными, усредненными моделями.